Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем о розливе вина в бутылке. А точнее, мы с вами поговорим о том, почему с этим самым розливом спешить не стоит. Еще где-то с ноября месяца я получаю периодические комментарии, что «а можно уже не разливать в бутылке, мое вино отбродило?» Нет, нет, еще раз нет. Напомню, что виноделие не терпит спешки. И сейчас мы с вами подробно разберем, почему именно этого делать не стоит. И для начала давайте с вами вспомним вообще, какие стадии проходит наше вино. Первая стадия – это спиртовое брожение, когда сахар превращается в спирт. Это тот момент, когда у нас активно булькают затворы, когда есть пенка на поверхности, тогда у нас вино бродит. Кроме спиртового брожения, у нас есть еще брожение яблочно-молочное. Мы про него потом еще поговорим, но сейчас кратенько. Это тоже брожение, в его процессе более агрессивная яблочная кислота превращается в молочную и идет небольшое выделение углекислого газа. В этот момент кислота смягчается. А дальше в наших северных регионах вино часто проходит такую вещь, как криостабилизация. Мы выставляем его на холод, у нас выпадает винный камень. Вместе с винным камнем, вообще винный камень – это соль винной кислоты, то есть содержание кислот уменьшается, ну и выпадает определенный осадок. И, конечно же, вино в процессе осветляется. То есть сначала оно у нас еще на стадии сусла, как только начало бродить, оно мутное, а со временем оно становится все более и более прозрачным. Вот кратенько то, что происходит с вином в процессе. Теперь первая причина, почему нельзя разливать рано. Потому что мы с вами не можем быть уверенными до конца, что все процессы в наших винах действительно завершились. Возвращаемся. Кстати, да, первое спиртовое брожение. Казалось бы, там все понятно, затворы перестали булькать, поверхность сусла стала ровная, значит, спиртовое брожение закончилось. Это косвенные признаки. Спиртовое брожение точно закончится тогда, когда у нас не будет никакого сахара. То есть, если вы добавляете сахар по рецепту, вот у вас уже вроде все закончилось, отбродило, вы добавили сахар по рецепту, как почитали где-то. И этот сахар не обязательно будет бродить сразу. Но через некоторое время процесс спиртового брожения может быть запущен. Соответственно, буду показывать на примере бутылки, да, на этикетке не обращаем внимания. Мы такое вино залили в бутылки, оно у нас там начало бродить. В самом хорошем варианте мы получим игристое. Ну, в общем-то, ничего страшного. В не очень хорошем варианте это сорванные пробки, это порванные бутылки, потому что, ну, вот такие бутылки, они, в принципе, не рассчитаны на большое давление. А то же самое касается тех, кто любит закатывать вино в 3-литровые банки. Тоже вы плотно закатали. Не факт, что процессы все завершились, они могут возобновиться, ну а дальше как повезет. И даже если вы не добавляете сахар, и вам кажется, что вот все вы сделали правильно, убедиться в том, что спиртовое брожение действительно закончилось, мы можем только измерив остаточный сахар. Вот если он показывает 0, на каких-то приборах, напомню, рефрактометр 0 не покажет никогда, покажет приблизительно 4, то есть рефрактометр нам для остаточного сахара не совсем подходит. Ареометр, либо виномер-сахаромер, в этом плане приборы более точные. Ну, там тоже может быть небольшая погрешность. Почему могут возникнуть вот эти вот спиртовые недоброды, когда спиртовое брожение не закончилось до конца? Банальный перепад температур. Когда уже идут последние стадии, осталось чуть-чуть сахара, температура понизилась, вам показалось, что брожение уже закончилось, вы перенесли ваше вино в холод, там все остановилось, но это не значит, что оно не начнется вновь. Конечно, такое бывает не всегда, может быть, не так часто, но тем не менее имеет место быть. И лично я, например, в прошлом году сама с этим столкнулась, когда у меня вино где-то в феврале,
Я посмотрела, на поверхности вдруг появились белые пенки, а стояло оно в темноватом месте. Я уже думала, что вплоть до того там плесень пошла, оно испортилось. Нет, присмотрелась, пошли пенки. Ну вот так бывает. Просто до этого оно стояло в прохладном месте, температура понижалась, я не могла его поместить в место более теплое, более комфортное для протекания спиртового брожения. И вот так получилось. Следующее. Брожение яблочно-молочное. Тоже мы о нем с вами говорили в других роликах. Как правило, этот вид брожения, он у нас протекает после спиртового брожения, особенно если поддерживается оптимальная для него температура. Оптимальная для него температура — это 20 градусов. То есть спиртовое брожение закончилось, если мы сразу вынесли на холод, то этот процесс может потом запуститься. Если мы держали в тепле еще некоторое время, наблюдали по затворам за вином, то скорее всего, что оно завершится. Но это не точно. Есть такое очень интересное наблюдение, на самом деле сделанное многими-многими виноделами, что брожение вина возобновляется весной. В тот момент, когда по виноградной лозе начинается сокодвижение, начинается брожение вина. Почему именно так? Ну, понятно, что повышается температура, но даже бывает, что вот наше вино стояло в теплом месте, и все процессы там должны были завершиться. Но почему-то вот весной, когда все живое оживает, да, оживает и наше вино. То есть это тоже имеет место быть. Конечно, при яблочно-молочном брожении выделение углекислого газа не столь сильное, как при спиртовом. И вероятность разрыва посуды меньше. Но, тем не менее, она тоже имеет место быть. И даже вот эти большие бутыли, 10-20-литровые, у которых пластиковые крышки закручиваются, у меня так однажды вот вечером мы сидим, и слышно щелк. То есть эта крышка под давлением газа поломалась. Ну, такое тоже бывает. Поэтому это еще одна причина, по которой мы не спешим. Следующее, почему нам не стоит спешить, это, скажем так, внешний вид вина, его прозрачность и наличие осадков. Напомню, в наших северных регионах мы проводим такую операцию с вином, как рестабилизация. Выставляем на холод для выпадения винного камня. Не везде это делают, но для того, чтобы винный камень не выпадал, в вино добавляют специальные реагенты для стабильности. Мы же выставили на холод, и у нас винный камень выпал. Но тоже об этом я рассказывала в других роликах, поэтому сейчас коснусь кратенько. В вине могут выпадать два вида солей. Первое – это калиевая соль винной кислоты. Это вот как раз-таки тот винный камень, который стало холодно, камень выпал. А есть еще кальциевая соль. Так вот, кальциевая соль, она просто выпадает со временем. И неважно, какая температура, тепло, холодно, вот этой кальциевой соли все равно. Соответственно, если мы залили вино в бутылку, ее укупорили, пусть даже все микробиологические процессы там закончились, идут еще химические процессы. И никто не даст гарантии, что у вас здесь на дне ничего не выпадет. Кстати, вот эта бутылка тому пример. Значит, это урожай 2020 года и был разлит 4 июня прошлого 2021 года. Значит, это вино у меня лежало в подвале, и сейчас буду стараться вам показать, что у него на донышке. Вот так должно быть видно. Вот здесь у нас осадок. И более того, если вы хорошенько присмотритесь, вот здесь видно блесточки. То есть под воздействием холода, прохлады в подвале выпал этот самый винный камень. Ну вот смотрите, вот так я подсвечу,
видно, что там есть еще и другие виды осадков. Вот, видно, что там много чего. Вот, смотрите, как замечательно виден. Блестки – это винный камень. Ну, еще другой осадок. Конечно, пить такое вино можно. По-правильному, вот он, ну, то сейчас я взболтала бутылку, осадок переместился на дно, чтобы вот эти штуки не мешали мне, мне надо было достать эту бутылку вот так вот горизонтально, положить ее в корзинку, ну и потом перед употреблением перелить в декантер и осадок оставить. То есть не очень критично, но тем не менее и не очень приятно. И что я хочу сказать вот любителям, кто тоже наслушался всяких-всяких советов, и там буквально каждые 2 недели снимает вино с осадка и думает, что вот такого у него не получится. Получится. Потому что на выпадении некоторых видов осадков нужно время. И от того, что вы там каждые 2 недели, каждую неделю бесконечно переливаете это вино, это не значит, что вы избавитесь от всего осадка. Процессы долгие, образование вот этих частиц. И еще один момент. Вот я вам рассказываю про этапы, которые вино проходит. Так вот, яблочно-молочное брожение и выпадение винного камня, они между собой взаимосвязаны. Смотрите, что может получиться. У вас вино отбродило, спиртовое брожение вы, ну, знаете, что криостабилизация есть. На холод вино выставили, винный камень выпал. Потом у вас вино стояло, и тихонечко яблочно-молочное брожение там прошло. В некоторых случаях вы особо можете его не заметить. Если вино, например, в бочках у вас, если оно стоит в больших емкостях, например, под капроновыми крышечками, ну, там чуть-чуть медленненько идет, и вы особо этого можете не заметить. Но при яблочно-молочном брожении происходят определенные химические превращения, которые потом способствуют выпадению винного камня. То есть часть камня у вас выпала, а потом она может довыпасть еще. Кстати, возможно, вот здесь у меня так и получилось. Хотя на самом деле, вот это то вино, про которое я вам говорила, что оно стояло на холоде, ну так получилось. Потом оно где-то в феврале заканчивало спиртовое брожение, потом уже криостабилизацию как таковую оно не совсем прошло. Да, часть винного камня выпала, но видите, выпала не до конца. И вот какой сюрприз я получила в бутылке. Ну и согласитесь, что если у вас даже 10 бутылок, то, обнаружив осадок на дне, открывать каждую, вновь снимать с осадка, вновь переукупоривать, ну, не самый лучший вариант. Понятно, что у меня вот это больше исключение. Ну, так сложились обстоятельства. Я заливала в бутылки в июне. Ну, если бы я это сделала в январе, как у нас сейчас, или еще в декабре, то, конечно, вот, ну, даже с тем вином, которое полностью отбродило, я почти со 100% вероятностью получила бы вот этот эффект в виде осадков, не совсем для нас удобных. Причем здесь еще, смотрите, какая интересная штука получается. Когда у нас вина светлые, белые, розовые, вот у них прозрачность контролировать легче. Они осветляются медленнее, тяжелее. Часто бывает, что мы им помогаем. Ну и тогда уже мы четко видим, что все вино прозрачное, как бы с ним все в порядке, и мы его можем в бутылке разлить. А вот с красными винами все немножко по-другому. Сами по себе они вроде как осветляются легче. И нам, ну, вроде как кажется, что они уже прозрачные, они уже осветленные. И, в принципе, часто даже после окончания спиртового брожения красные вина уже более-менее такие светленькие, прозрачные. Смотрите, сейчас покручу бокальчик.
Да, кажется, что оно вот, ну, прям идеально прозрачное, но, конечно, очень темное такое, насыщенное. Да, поэтому плохо видно. А вот как раз-таки совсем такие темные, плотные вина. Сложно заметить, осветлившиеся они или нет. Мы их смотрим на просвет. Вот так, да, можно еще раз болтаю. Видеть, вот оно прозрачное. Ну, и бывает, что даже если мы посветим, фонарик сейчас не очень, конечно, показывает. Вот если мы посветим не в контровом освещении, в противоположном, а вот здесь, то мы часто сможем заметить, что на самом деле вино не настолько и прозрачное, как нам хотелось бы. И вот это вино еще совсем молоденькое. Оно и криостабилизацию еще не прошло. И осадок в нем еще будет выпадать. И если я посмотрю вот только на прозрачность и буду ориентироваться на свою интуицию, то вполне вероятно, что при розливе в бутылке я получу опять же осадок. Конечно, это не критично, но согласитесь, что и не совсем удобно. Также нашла вам пример и с светлым вином. Видите? Вот на бутылке небольшие следы. Это тоже осадок. Если бы я вот это вино разлила чуть позже, вот даже, о, смотрите, как хорошо видно, да? То оно было бы, ну, вот этот осадок бы выпал, я бы с него сняла, и вино было бы действительно полностью прозрачно. Конечно, можно фильтровать, использовать какие-то стабилизационные агенты, но я этого ничего не использую. Использовать ли вам, как всегда, вы решаете сами. Тем не менее, смотрите, возвращаемся к началу нашего разговора. Вино должно пройти определенные стадии. Это все, чтобы закончились микробиологические процессы, спиртовое брожение, яблочно-молочное и часть химических, вот эти вот выпадения осадка. Чтобы винный камень действительно выпал, ну и некоторые другие осадки тоже. Напомню, что от того, что вы будете снимать раз в неделю, смысла в этом нет абсолютно никакого, потому что на выпадение нужно время. Теперь, исходя из всего вышесказанного, так а когда же разливать в бутылке? Не раньше весны, причем уже конца весны, чтобы мы точно убедились, что у нас все перебродило. В идеале вообще разливать перед снятием урожая в следующем, то есть где-то в августе-сентябре. Это будет вполне нормально, тогда уже понятно, мы освобождаем тару, в принципе, тоже этого времени достаточно для выпадения всех вот этих и вот этих осадков. Соответственно, у вас получается хорошее, красивое, прозрачное вино, которое вы в эти самые бутылки можете разлить. Конечно, в некоторых случаях вы можете это делать и чуть раньше, но моя рекомендация хотя бы поздней весной. До этого, ну, особо смысла нету, потому что может быть много сюрпризов. Да, тоже можно, например, для остановки микробиологических процессов пастеризовать вино, но зачем? Потому что на самом деле пастеризация – это процесс достаточно жесткий, и применять его нужно, ну, только тогда, когда в этом действительно есть необходимость, и об этом мы с вами поговорим как-нибудь отдельно. И еще, если у вас небольшие объемы вина, то в принципе вам такая вещь, как розлив в бутылке, вот такого плана укупорка не особо и нужны. Первые годы я для того, чтобы освободить тару, для того, чтобы мне было удобно потреблять вино, я разливала вот в такие бутылки различного объема от
пол-литра до литра с винтовой пробкой. Достаточно удобно. Можно, как говорится, весь объем разместить, удобно потреблять. Ну, в общем-то, на первых порах при небольших объемах этого вам более чем достаточно. И еще в завершение, если вы вдруг поспешили и посмотрели этот ролик тогда, когда вы уже все сделали, не надо хвататься за голову, что ай-яй-яй, что же я наделал, что же мне теперь делать, идти все открывать, все переливать. Нет, все уже если сделали, тоже оставьте в покое как есть. Положите в погребке, ну а потом будете смотреть, наблюдать. Если у вас, значит, выпадают вот такие вот, как здесь осадочки, если бы бутылка была светлая, мы бы ее так лежа смотрели изначально, то здесь вино было бы прям вот прозрачно-прозрачно, блестяще. Ну, как только мы начинаем все это шевелить, вот этот осадочек, он начинает немножко размываться, и вино становится мутноватым. Именно для этого придуманы специальные корзинки, которые можно найти, ну, можно самому что-то приспособить, можно найти в магазинах, которые продают различные аксессуары для вин. То есть все это аккуратненько закладывается в корзиночку. Белые вина, в принципе, вот с такими небольшими осадками даже не надо и через декантер пропускать. Ну, можно не пропускать, а просто аккуратненько наливать из лежащего положения. Конечно, если осадков там несколько больше, так как здесь, ну, вот, тоже все это лежало на бочке, просто я повзбалтывала. Значит, тоже достаем в лежачем положении, в корзиночку, и через декантер, а декантером у нас может служить и какой-нибудь кувшин, и графин, переливаем, и в принципе все нормально. Ну, а что касается газации, тоже будьте к этому готовы, будьте готовы к тому, что она имеет место быть. Для вас, как для потребителей, ничего в этом критичного, кроме некоторого изменения вкуса. То есть такие вина можно пить, не отравитесь, они не ядовиты, ничего страшного. Ну, просто знайте, что такое быть может, ну и, конечно, в некоторых случаях может и с бутылками что-то приключиться. Просто будьте к этому готовы. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на другие полезные видео и мои контакты. И до новых встреч!